Все меньше остается на Земле уголков нетронутой природы, и совершенно ясно, что у человечества не может состояться будущее без продуманной, хорошо организованной системы охраняемых природных территорий. На Смоленщине это биосферный резерват, национальный парк «Смоленское Поозерье» площадью 146 тысяч гектаров на территории Демидовского и Духовщинского административных районов. Известный журналист Василий Михайлович Песков, посетивший эти места, назвал их «музеем под открытым небом». Край Смоленских озер является популярным местом отдыха не только граждан России, но и зарубежных гостей. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Своим названием парк обязан наличию 35 озер ледникового происхождения, в которых обитает 36 видов рыб. Самым большим водоемом парка является озеро Сапшо с 6 живописными островами. Озеро Баклановское и Лошамьё имеют рекордные для парка и Смоленской области глубины до 29 метров. Уникально озеро Чистик. У него грунтовое питание, и поэтому прозрачность воды в течение всего года не опускается ниже 4-6 метров. На дне озера Мутное обнаружены значительные залежи лечебных сапрофелевых грязей, используемых местным санаторием. Самое посещаемое озеро Рытое. У него живописные, удобные для отдыха и рыбалки берега. Для многих поколений смоленских туристов и рыбаков Баклановское озеро является любимым местом отдыха. В течение всего времени года обширные песчано-илистые плесы и подводные каменные гряды благоприятны для ловли леща и окуня. Территория Поозерья относится к бассейну реки Западная Двина. Морено-холмистый рельеф местности связан с деятельностью в древности Валдайского ледника. Из 16 малых рек парка наиболее крупной является река Ельша. По ней ежегодно туристы-байдарочники совершают незабываемые водные экспедиции с проживанием в палатках на оборудованных стоянках. Вода отдельных источников Смоленского Поозерья считается лечебной. Наиболее широкую известность не только в парке, но и за его пределами имеют источники Святой Колодец, находящийся на левом берегу реки Василевки, и Серафима Саровского в деревне Боровики. Скважинами в поселке Пржевальском с глубиной 250 и 1050 метров вскрыты минеральные воды и рассолы, обладающие лечебными свойствами. Животный мир на территории парка типичен для лесной фауны. Здесь обитают 46 видов млекопитающих. Из них 6 включены в Красную книгу Смоленской области. Типичным представителем копытных в Поозерье является лось. Значительно за последние годы увеличилась численность косули. Повсеместно в пределах парка встречаются кабаны. Постоянную прописку в этих местах они получили относительно недавно, около 50 лет назад. Все чаще на лесных дорогах можно увидеть следы бурых медведей. Весной в самых глухих лесных массивах устраивают свои логово волки, и лишь в конце лета они выдают свое место обитания леденящим душу воем. В поймах рек нередки встречи с енотовидной собакой и на лесных полянах с мышкующей лисицей. По лесным тропам парка к своим норам спешат осторожные барсуки. А вот численность зайцев меняется из года в год. Встречаются они повсеместно, но наиболее широко представлены в центральной и восточной частях парка. Климат озерного края умеренно континентальный. Он благоприятен для отдыха посетителей. Леса занимают 80% территории. Основными лесообразующими породами являются ель, сосна, береза, ольха серая и черная. В подлеске произрастают различные кустарники, такие как рябина, орешник. Учеными в парке отмечено более 900 видов высших сосудистых растений, интересных как в научном, так и в практическом отношении. Есть виды, занесенные в Красную книгу Смоленской области и Красную книгу Российской Федерации. Берега водоемов Поозерья украшают заросли черемухи, калины, шиповника. В прибрежной зоне встречаются различные виды осок.
А цветки кувшинки белоснежной и кубышки желтой, являясь индикатором чистой воды, придают особое обаяние краю Смоленских озер. В Поозерье в естественном состоянии сохранились 33 болотных массива, занимающих 10% площади парка. Среди них следует отметить два крупных, входящие в десятку самых больших по площади болот Смоленской области – Белышевское и Держивское. Возраст последнего на основе метода радиоуглеродного анализа определен в 11 тысяч лет. Среди тростника гнездятся лысухи и чонги, многочисленные утки-кряклы, гоголи, черки. Облюбовали эти места озерная и сизая чайка, черная крачка. В Поозерье выводят потомство лебеди-шипуны. Видовой состав орнитофауны Поозерья насчитывает более 200 видов птиц. Весной и осенью по характерным звукам можно определить место обитания этих удивительных птиц. Серые журавли, если их не беспокоить, из года в год будут занимать одни и те же территории. С сырого луга в воздух может подняться птица по размеру чуть больше голубя, рыжевато-бурого цвета. У нее длинный и прямой клюв. Большой веретенник свое гнездо устраивает на кочке. Осторожные лесные птицы, черные аисты, гнездуются в труднодоступных местах. В кладке бывает от 2 до 5 яиц. Птенцы имеют серо-белый пух, лимонно-желтый клюв и свинцово-серые ноги, а начинают летать уже в возрасте 2 месяцев. Фауна беспозвоночных животных насчитывает более 2000 видов. В озерном крае богатейший мир насекомых. Ящериц, змей, лягушек и жаб – можно встретить повсеместно. В Поозерье охрану лесов, животного мира, рыбных ресурсов, памятников истории и культуры осуществляет служба охраны парка повседневно, в любую погоду. Наиболее распространенным видом нарушений является незаконная рыбная ловля. Особую тревогу вызывает массовый лов рыбы сетями в нерестовый период. Участились случаи использования электротока для добычи рыбы. С момента образования парка на его территории запрещена всякая охота. За последние годы значительно уменьшилось количество охотничьего браконьерства, незаконных порубов и нарушений правил противопожарной безопасности. Стало доброй традицией на берегу Баклановского озера проводить Смоленский региональный фестиваль «Рыбацкая уха». На этот праздник собираются сотни смолян, которые соревнуются не только в мастерстве ловли рыбы на спиннинг, но и в приготовлении смоленской ушицы. Всем присутствующим предоставляется возможность поучаствовать в конкурсе рыбацких частушек и забавных историй. С 1999 года в парке проводится международный фестиваль заповедной авторской песни «Смоленское Поозерье». Не каждый здесь, ребята, сможет стать лауреатом. Фестиваль, ведь это в сущности игра. А поскольку солнце катится к закату, это значит, открывать его пора. Тысячи гостей и участников фестиваля из России, Белоруссии, Украины включаются в природоохранную акцию, проводимую в рамках празднования Европейского дня парков. На 3 дня Баклановское озеро становится песенной республикой, у которой есть конституция, флаг и свой гимн, сочиненный Борисом Азаровым на мотив известной песни Юрия Кукина «За туманом». С каждым годом растет число вовлеченных в орбиту фестиваля. Если не умеешь ничего, слушай и учись. Умеешь что-нибудь – совершенствуйся. Достиг высот – наставничай. Особенностью фестиваля является участие в нем представителей других охраняемых территорий, различных государственных и общественных природоохранных организаций. С 1995 года Национальный парк участвует в международной акции «Марш парков» и является одним из ветеранов этого движения в России. С каждым годом возрастает количество детских коллективов, принимающих участие в творческих конкурсах, рисунков, плакатов, поделок. Победители награждаются дипломами, памятными подарками,
Для них организуются экскурсии не только по территории Поозерья, но и в другие охраняемые территории России, в города Смоленск и Москву. Благодаря этой акции национальный парк обретает новых союзников, находит взаимопонимание с местным населением, властными структурами района и области. На базе отдыха Бакланова создан региональный центр экологического образования для работы со школьниками Смоленской области по специально разработанным программам, в том числе для проведения детских экологических лагерей, где дети не только отдыхают, но и получают много новых знаний в области гидрологии, ботаники, орнитологии и краеведения. Занятия проводят сотрудники парка, преподаватели смоленских и московских вузов. Центр включает в себя живой уголок, экологический класс и класс историко-этнографического моделирования, конференц-зал и музейную экспозицию. У Центра экологического образования сложились тесные партнерские отношения со специалистами из комиссии дикой природы штата Северная Каролина. Американские коллеги ежегодно проводят семинары для учителей Смоленской области в рамках программы «Глоб» по экологическому образованию школьников. Сотрудники парка являются координаторами этой программы. На базе центра регулярно проводятся заседания научно-технического совета Национального парка «Смоленское Поозерье», где ученые разрабатывают, обсуждают и дают рекомендации по наиболее важным направлениям природоохранной деятельности биосферного резервата. На территории национального парка ежегодно детская лесная республика Гамаюния организует эколого-этнографические экспедиции, в которых принимают участие воспитанники Дворца творчества детей и юношества города Смоленска. В любое время года ребята вместе с Владимиром Ивановичем Грушенко исследуют местность. Осваивая каждую тропинку, болото, ручеек, они создают систему тематических туристских стоянок. Особое значение в парке придается работе со средствами массовой информации. Ежемесячно выпускается эколого-просветительская газета «Поозерье». Край Смоленских озер богат культурным наследием. Заселение его началось более 10 тысяч лет назад. Сохранилось свыше 150 памятников, некоторые из них имеют большую научную ценность. Многочисленные городища, курганы, могильники славян Кривичей. Также сохранились остатки древнего города Вержавска, процветавшего на торговом пути из Варяг в Греки. История этих мест связана с именем исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. В поселке, ныне носящем его имя, открыт музей, рассказывающий о жизнедеятельности знаменитого путешественника. В Поозерье сохранились памятники военной истории Смоленской земли, оборонительные сооружения, партизанские базы, братские могилы и отдельные захоронения. В экспозиции местного музея партизанской славы собран уникальный материал, свидетельствующий о героизме и самоотверженности нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Если вы решили отдохнуть в Поозерье и совершить путешествие по живописным местам парка, то посетите в поселке Пржевальском информационный центр, расположенный в офисе Национального парка. Здесь можно получить достоверную информацию о местах размещения, заказать экскурсию, приобрести буклеты, путеводители. Сотрудники экологического отдела регулярно проводят беседы и лекции в парке для отдыхающих местного санатория, туристов, студентов, учащихся школ, российских и зарубежных гостей. На базе информационного центра представители туристических агентств и ученые Смоленщины проводят тематические семинары и практические занятия для сотрудников парка и местного населения. У парка много помощников. Создана общественная организация «Друзья Национального парка Смоленское Поозерье». Счастье каждый человек понимает по-своему. И есть возможность почувствовать счастье. Для этого достаточно лишь осознать себя частью природы, хоть ненадолго приобщиться к первозданной радости бытия, наслаждению тишиной, красотой леса, поля, озера. Обстановка парка как нельзя более располагает к этому. Добро пожаловать в биосферный резерват «Национальный парк Смоленское Поозерье». Край Смоленских озер ждет вас.